Турин на суперматч 29-го тура итальянского чемпионата. Если Рома выиграет, разрыв достигнет 9 очков. Ювентус пока третий, но вот эта игра, а вот это Фабио Капелло, наставник Ромы, Карло Анчелотти, наставник Ювентуса и составы играющих команд. Тудор, 13-й Юлиано, 4-й Монтеро, 7-й Песотто, 23-й Дзамбротта, 20-й Токинарди, 26-й Давидс, 21-й Зидан, 9-й Инзаги, 10-й Дель Пьеро. За недавний матч Серия А, но, тем не менее, все равно он один из выдающихся арбитров мирового футбола. Вот так начинается эта встреча в атаке. Ювентус, навесная передача, борьба за мяч. Мяч улетает за пределы штрафной площади. Дель Векио подхватывает по месту левого крайнего. Финт уходит от одного, второго, набирает скорость. Перед ним Песотто, он его пробегает. Давидс далее, Давидс ставит корпус и... состав, что и в матче против Лацио. Стартовые составы абсолютно одинаковые. Уверенно довольно-таки играет Ван дер Сар с Тудором. Тудор, который забил гол в ворота Лацио, открыл счет. Вы помните, Давидс с мячом. Давидс имел травму, но теперь в составе. Зидан приближается к штрафной площади, его оттесняет на левый фланг. Это Занетти, удар поворотом, гол, 1-0, Дель Пьеро на опережение. Дель Пьеро недавно забил головой и теперь опять успел подставить голову, сыграв на опережение, чуть-чуть изменил направление полета мяча. Счет открыт, Ювентус впереди 1-0. Уровня. Ну вот теперь представьте, что Ювентус побеждает. Он набирает 60 очков, на очко опережает Лацио. Разрыв между Ювентусом и Ромой становится в 3 очка. А тут еще Зидан забивает и второй мяч, и 2-0. И вот что творится на трибунах. Ну, нечего даже говорить об интересе к этому матчу. Это такой же, как и Рома-Лацио. И вот 2-0 спустя каких-то несколько минут, уже 2-0 в пользу Ювентуса. Зидан сначала сделал голевую передачу. Она от них ускользнула. Расслабляться ни в коем случае нельзя, ни на минуту, до конца, ни на секунду даже. Вот еще один удар поворотом. Не рискует Антониоли ловить. Билл Дзамбротта подставил кулак, мяч улетел. Конечно, классный, в левой ногой владеет безукоризненно, и плюс еще к тому же выполняет колоссальный объем и скоростной работы в том числе. Вот удар с дальней дистанции прямо в руки Ван дер Сара, был небольшой рикошет. С мячом Давидс. Песотто рвет слева по левому краю, и там же сразу же атака и гол. Это по инерции до свистка арбитра. Рома с мячом. 2-0. Впереди Ювентус. Мяч скользит по траве и уходит. Да, скользко. И потому как бежал Батистута, он тем самым еще и подчеркнул. Итак, мяч вводит. Получает мяч, прошел середину, отдает пас Давидсу. Давидс мяч возвращает. Зидан переводит его на правый фланг, на Дель Пьеро. Дель Пьеро любит там иногда побродить на фланге. На левом, на правом. И вот навес. Ну и здесь бы поувереннее должен был бы играть. Всего приводит к такому уже методу ведения игры. А к тому же еще соперник, которому нечего терять, тоже, естественно, меняет характер и стиль игры. Проявляет боевитость, неуступчивость еще большую. Как бы извиняясь за то, что пропустил 2 гола. И игра меняет свое лицо. Здесь тоже есть свой смысл, свой шарм, если хотите. И вот видите, обработай. Ну, забивай Батистута, да. Наверное, ему удобнее было с ударом, подъемом бить поворотом. А может быть, внутренней стороной. Я очень подробно Дмитрию объясняла, что значит поймать мяч на ракетку. Ну, конечно, не при такой передаче мяча. Все ждали Давидса, а это был Токинарди. С обеих сторон, разумеется.
со стороны одного и другого тренера, Карло Анчелотти и Фабио Капелло. Главный арбитр этого матча, сотоварищи, начинает второй тайм. Кафу на перевести мяч вот сюда, на Канделя, то, конечно, он был бы молодец. А так удар по воротам, скользкий мяч, атака продолжается, удар вдоль ворот. Это Батистута тут как тут оказался, он на добивание шел, но мяч отлетел в сторону от Ван дер Сар. Очень все это здорово получается. Тотти, Зидан явно сильнее. Не потому что забил, а просто по ведению игры. А пока что Ювентус идет вперед. Удар с дальней дистанции мимо, ахнула публика, этот Замбротто. Такие вещи у него иногда получаются, ну, скажем, даже больше. Он это... Уходит Тотти. Тотти, вы помните, мы сказали о том, что Тотти не проявил себя в роли а-ля Зидан. Вместо него Наката. Пишем, Наката. В Колумбии успокоенности, дескать, игра сделана, потому что Рома может наказать. А вот оплошность Зибины. А Инзаги, наверное, исходя из ситуации, поступал правильно, идя в обводку. Но не удалась она, потому что все-таки Самуэль игрок... Давец. Зидан. Пас в разрез. О, так где-то Антониоли, молодец. Все-таки нашли вперед. Хотя можно было отдать Асунсао. Через Асунсао. Я не защищаю свою позицию. Это видно было отсюда. Потому что пас Мантеле в ногу, а на ноге игрок. Ну так уж получилось, что и в сетке гол, а Наката забил. В общем-то, он как бы опротестовал мои размышления. Ну, вот так уже и вышло. Но по канонам, а игра это не канон. И вот счет 2-1. Наката забивает красивым ударом мяч в правый от вратаря угол. Посмотрите, с какого расстояния. Дель Пьеро уходит с поля. Конте выходит, это хавбек. Инзаги остается один. Отого. Роме, чтобы восстановить равновесие. 2-1. Кафу. Конечно, энтузиазма гол добавит. А вот Ван дер Сар вылетит. Дальше передача на Зубину. Зубина должен или навешивать, или... И вот 5 минут, как мы предполагали, 5 минут, роковые 5 минут. Передача Канделя по диагонали, мяч попадает в ногу защитника Ювентуса. Это Тудор, ну, активнее надо атаковать. Удар поворотом с дальней дистанции, отпускает мяч. 2-2, будьте любезны, это что-то фантастическое. Нет, вы знаете, это или... Это что-то потрясающее. Вы вспомните Рома Лацио. 2-0. Рома Лацио отыгрывает. Добавленное время, правда, на последних секундах. И вот нате вам. Безумно робкая игра. Бездарная, если вы хотите, я вам скажу, больше в защите. И, конечно же, в ожидании финального свистка пас Антониоли. И далее, что там еще? Стефано Браски должен, в конце концов, дать финальный свисток. Итак, ничья 2-2. И что ж, если говорить о драматизме, то это матч супер, так же, как и предыдущий Рома-Лацио. Вот за это мы благодарим участников той встречи, участников этого матча, потому что футбол нам подарил по такие сумасшедшие совершенно вещи, гримасы, что просто-напросто приходится только...